приветствуем на этой сцене Пелагею и Дарью Мороз. Я их не помню. Я не помню рук, которые с меня срывали платье. Нам все говорили, да вы что? Вы что, вас же с ума? Выгонят нельзя. Мы решили сделать вот такую неожиданную композицию. Нетрадиционную. Нетрадиционную. Мы действительно рисковали. Номер трудный, сложный. И мне нравится, как они его сделали. Даша пела существенно меньше, чем я в этом номере. Спой одна, хочешь? Давайте, одна, давайте. А я потом стихи почитаю, давайте. Может быть, самое слабое место, когда запела Даша. I should be in this position. Меня не вставляет, знаете. Мне вот другие вещи нравятся, например, в исполнении Пелагеи. Нас повело неведомо куда. Перед нами расступались, как мираж, построенные чудом города. Эти девочки, они и есть, может быть, сегодня островки настоящего чувства. Дашка заплакала. Плачет, конечно, конечно, актриса плачет. За смелость 10 баллов. Сегодня так случилось, что Поля занята репетицией своего концерта. Поэтому я сегодня в одиночестве. Поле, мы передаем привет. И я сегодня пришла в прекрасную художественную мастерскую. Значит, мы в гостях в мастерской фарфора. У меня есть такой хобби. Я делаю куклы. Я такие все-таки стараюсь делать персонажные куклы. Вот я принесла свою куклу, чтобы показать и... Ну, немножко похвастаться, да стараюсь что-то новое узнать, поучиться каким-нибудь там новым техникам. Ну, в общем, мы пробуем, да? Пробуем. Здесь скорость. Мы делаем быстренько вот так вот ладошки, вот так шлепаем по нему. Мама, мама, очень страшно. Так. Браво. Браво, спасибо вам. Ой, это вообще прекрасно. Вот. Это тот редкий случай, когда хочется сказать... Давайте очистим сцену. Дарья Мороз и Пелагея! Yeah.
Спасибо. Знаете, что я вам хотела, девчонки, сказать? Что эту песню написал именно Нет. Игорь Матвиенко. Да вы что, правда? Дело в том, что я хотела бы сказать по этому поводу. Песня настолько шикарная, что я как, знаете ли, представитель, в общем, фольклорной части музыкальной, я хочу сказать, что если бы я не знала, что вы написали эту песню, я сознанием бы дела спорила и утверждала, что песня народная. И я, если честно, думаю, что через несколько лет так и будут про нее говорить. А мне кажется, что это вообще мега же комплимент, правда? Спасибо вам большое. Я хочу еще сказать, что я вот благодаря этой песне поступила в институт театральный, потому что в 15 лет темперамента у меня не было, а я начала петь, и поскольку я так люблю эту песню, меня, по-моему, благодаря этому пропустили на какой-то из туров, то ли на конкурс. Спасибо вам большое! Спасибо. Ну а мы будем работать с жюри. Да, Дмитрий, ну подойдите певцов ко мне, пожалуйста. Есть фотография. Снимался папа Даши, снимал кинофильм высокохудожественный, тогда очень низкобюджетный, фантастический, под названием «Подземелье ведьм». Я там снимался. И есть фотография. Сейчас, подождите, драку еще раз. Харатьян, огромная, великая. Нет, Харатьян был тогда уже популярным артистом и звездой. Я папе Даше благодарен тем, что я сыграл гардеварина Алешу Курсак, потому что эту роль начинал играть папа Даши Юра Мороз. Спасибо папе Даше за дочку Дашу. А я папе Даше благодарна за Дашу. Вот, я хочу вам сказать, большое, слушайте. Папа, а мы все вам благодарны за то, что вы есть. Правильно? И что, закончите вашу историю, мы заинтригованы. Ну вот, есть фотография, есть фотофакт. Даша была тогда чуть-чуть поменьше, она была вот такая. Отстала вот, бы. Есть фотография. Отстала, естественно. Ага. Есть фотография, мы там лежим, загораем, было тепло. Она легко умещалась на моей груди. Сейчас, я думаю, не пробовали еще. Сейчас для этого нужен Николай Валуев, поэтому, чтобы уместиться на груди. Слушайте, вы такие клевые. Я чуть не прослезился. Вот смотрел, я вот так я просто. Я с тебя говорю, ты без микрофона, тебя никто не слышит. Все, идите, деритесь туда куда-нибудь, пожалуйста. Мы ваши. Да. Нет, но самое, что замечательно в этом дуэте, это то, что с какой легкостью они переходят со слез, которые из нас выжимают просто на сцене, к такому хохоту и какому-то задору жизни. Катерина, подруга твоя, пришла к тебе. Катерина! Здравствуйте, Катерина! Да, это она. Катерина призналась мне только что, что она не умеет петь. Абсолютно не умеет петь. Но тем не менее... в караоке, вы знаете, как Катерина поет в караоке, со мной запевают все, скажи. Говорю. Катерина. Мне очень понравилось, конечно. Спасибо тебе. Можно тогда сразу заказ? Не обязательно на следующую передачу, может быть, на последующую. Прошу вас, спойте песню «Сестер Берри Тумбалалайка». Вот мне кажется, в вашем исполнении это будет что-то крайне фееричное. Мы будем Пойдем стараться. На встречу прямо сейчас. Давай, Даша уже начала. Давай. Ну, сейчас. Тумбала-тумбала-тумбала-лайка, тумбала-тумбала-тумбала-лайка. Я плохо пока знаю. Тумбала-лайка, ла-ла-ла-лайка. Мы выучим к следующему разу. Ну что, и вот на этой радостной ноте, я думаю, можно перейти к жюри. Геннадий Хазанов. Я смотрю на Пелагею. Должен вам рассказать одну историю. Это было 8 лет тому назад. В Сочи проходил саммит СНГ. И Пелагея была приглашена для демонстрации того, что у нас среди молодежи есть очень-очень талантливые исполнители. И вот во время этого вечера, во время этого концерта, артист, которого я увидел впервые в жизни, я даже не знал, как его по-настоящему зовут и как его фамилия, но его объявили как Витас. И вот Витас стал петь. Посмотрите, что с Пелагеей. Да. Когда Витас закончил первую песню, он решил спеть вторую песню. Он подошел, остановился напротив президента Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева
и, глядя ему в лицо, сказал: «Сейчас хочу специально спеть песню для армянской делегации». Наступила мертвая тишина. Сидевшая рядом со мной Алла Борисовна Пугачева, которая вела вместе со мной этот концерт, сказала: «Ну, конец СНГ, сейчас все закончится». И в этот момент вышла вот эта девочка, тогда была совершенная, просто совсем-совсем девочка. И она потрясла сидевших в зале президентов, они забыли про всю напряженную атмосферу, она спасла Содружество независимых государств. Вот, мы можем поаплодировать ей. Я хочу сказать, Даше очень повезло. Я бы тоже хотел когда-нибудь с Пелагеей что-нибудь спеть. 10, 10, 10. Спасибо! Слушай, вот что я называю отрубить все возможности к отступлению. То есть вот я просто не знаю, я бы вообще предложила сейчас синхронно проголосовать оставшимся троим членам жюри. Абсолютно, потому что теперь Пелагея, мы поняли из этого рассказа, просто герой России, спасла СНГ в свое время. Поэтому я думаю, синхронное голосование. Вы правы, дорогие, мы так и решили. Изумительно красивая песня Игоря Матвиенко. Красивое исполнение. Сестрички, мы втроем ставим тоже десяточки. Спасибо! Ура! 40 баллов! Пелагея и Дарья Мороз! Спасибо большое! Спасибо. И у меня тогда последний вопрос к Игорю Матвиенко, уже после того, как все проголосовали. Скажите честно, была ли более высокая оценка этой песни? Вы же наверняка были свидетелем тому, как в разных местах по-разному реагируют на эту песню. Вот когда была реперная точка? Сегодня или до этого? Не, ну для меня сегодня было откровением, потому что я первый раз услышал эту песню в женском варианте. И это было удивительно, потому что совершенно другая какая-то атмосфера, вообще, ну, все другое. И даже не могу сказать, где лучше-то, в мужском или в женском. В начале. Что же лучше, женское или мужское? Не знаю. Спасибо, замечательное исполнение. Спасибо. Ура!